прекрасная блондинка Наталья Голоднова, победитель летнего конкурса «Измени себя», серебряный мастер из Запорожья. Наталья, добрый день. Добрый день, Алена. Наталья, я все время вижу, вы такая прям лучезарная, все время в позитиве. Вот, вы знаете, вы как настоящая блондинка, вам все время идет красное. То есть так и ходить, да? Конечно, обязательно. На форумах. Наталья, у меня к вам вопрос. У нас тема форума летнего Level Up Squirrel Club. Вот для вас Level Up, это что означает? Алена, вы знаете, вот прошла первая половина дня, и я, конечно, просто нахожусь в состоянии восторга, потому что каждый форум, мне кажется, что мы поднялись на ступеньку выше, и, ну, как бы можно немножко и расслабиться, но компания набирает такие обороты, что вот сейчас я сидела и думала, что мы реально компания номер один в мире с уникальнейшим торговым предложением. У нас есть самые удивительные, самые эксклюзивные, самые нужные, самые важные, самые востребованные продукты для жизни человека. И я даже не сомневаюсь, что в ближайшие 10 лет, которые будут вот, ну, все будет происходить на наших глазах, с бизнесом Coral Club появится благодаря бизнесу с Coral Club появится огромнейшее количество состоятельных и успешных людей. То есть миллионы людей подключатся к нашему бизнесу и здесь состоятся. Именно потому, что у нас есть такие продукты, и, ну, то, что мы слышали, и реакция людей, зал. Вот, это как раз вот все это и помогает мне радовать вас. Каждый форум хорошо выглядит, потому что с нашим продуктом невозможно плохо выглядеть. Я так понимаю, вас ошеломила новость о том, что выходит новый вкус, так, ваниль-манго, Coral Shake. Я так понимаю, что обычную еду уже будет скоро есть некогда. Понимаете? Да и незачем. Незачем и некогда. И уже мы будем ходить действительно в свои супермаркеты. Я об этом мечтаю, чтобы можно было вот так, как в Москве, на Беговой зашел такой супермаркет. Это, конечно, фантастика, то, что у нас будет, то, что нас ожидает. Я в восторге. Наталья, мне к вам вопрос. Вот с прошлого форума до этого, какие изменения были лично у вас? Ну, кроме того, что вы выиграли конкурс. Вы знаете, у меня целый год был сплошные сюрпризы. Ровно год назад я стояла на сцене форума компании, получала признание от людей за свои достижения и результаты в программе «Измени себя». Естественно, получила сертификат подарочный на 1500 евро. Вот, я, естественно, благополучно его... А вы нам расскажете, куда потратили? Нет, не расскажу. Вот, я, может быть, когда-нибудь покажу. Не прошло и нескольких месяцев, и я получаю приглашение на бесплатное, оплаченное компанией путешествие в круиз по Средиземному морю, Ницце, Кана, Монако, Лазурный берег. И я наслаждаюсь вот такой поездкой. Еще один подарок. Проходит еще совсем несколько месяцев, буквально 3 месяца, и весенняя волна в Киеве, и я получаю в подарок от компании автобонус, замечательный, ну просто шикарный Мерседес. У меня весь год сплошные подарки. Наталья, вы сама водите или муж? У меня есть права, и я сейчас беру уроки вождения. Я точно знаю, что ваша дочь прекрасно водит. Ваша внучка тоже употребляет продукт кораллового клуба. То есть ваша вся чета настоящие, такие прям закоренелые коралловцы. Вот скажите, сразу, ну, смогли достучаться до сердец ваших близких? Нет. Нет, конечно, не сразу. У дочери было определенное напряжение, она посматривала со стороны. Мы ведь 14 лет в коралловом клубе, 14 лет назад ей было 20, и она считала, что она уже все в этой жизни знает, поэтому следовать советам родителей не всегда обязательно, но вода камень точит. Вот, видя результаты наши и те перемены, которые происходят в жизни, ничего не остается, как попробовать получить свой результат и увидеть вот эти перспективы бизнеса. И теперь, конечно, недавно внучка спросила, что там у меня с групповым объемом, как-то он слабоват в этом месяце. Я ей задала вопрос, а что ты делала? Говорит, у меня был выпускной в школе, ну как бы мне не до этого было батончики кушать при детях. Да, мы... вообще влюблены все в продукцию кораллового клуба, поэтому, ну, вот благодаря ей, вы знаете, у меня сейчас самое любимое занятие – это ходить за внучкой в школу, если я бываю дома, потому что… Но никогда не скажешь, что такая молодая бабушка. Вот я за этим не хожу, мне спрашивают, вы за кем? Я говорю, я за Алисой, а мне говорят, а вы ей кто? На маму вроде похожа, но не очень. Я говорю, я бабушка, вау. И здесь начинается, ну, и я начинаю, естественно. Скажите, вот недавно вышли такие легкие изменения в маркетинг-плане, о которых рассказывал Володя Осипян на вебинаре.
Вот они вас порадовали о том, что не только дистрибьюторы, но и потребители могут иметь свой бонус. Алена, мне даже уже хочется вас перебить, потому что слово «легкие» совершенно не подходит к тем дополнениям, которые сделаны сегодня в маркетинг-плане. Это то увеличение выплат в сеть, которое, конечно же, будет стимулировать людей. Ну, вы же знаете людей, потребителей. Доброе слово «приятно», дополнительный процент «приятно». Это будет грандиознейшее изменение. Вот небольшие такие перестановки, да, вроде как действительно незначительные улучшения, но это то, что в ближайшее время просто взорвет бизнес Coral Club. Скажите, все изменения, которые произошли в этом году, как-то повлияли на вашу структуру, на увеличение ее? Вот вы молодая бизнес-леди, я вам скажу молодая, потому что, ну, по-другому я сказать не могу, просто не позволю себе. Вы подъезжаете на своем собственном Мерседесе навстречу, и я так понимаю, сразу люди в шоке. Да, у нас уже есть результаты, у нас есть уже подписание на автомобиль, потому что вопросы логотип, вопросы у людей, это что? Грубо говоря, автомобиль уже делает всю работу за вас. Инструмент, да, это шикарнейший инструмент, конечно, и благодарность компании за то, что это сделали. Мы стараемся ездить больше по городам, ну, скоро будем пересекать и страны на нем, пока мы вдвоем с дочерью ездим, да, ну, вот я с правами разберусь и буду тоже водить автомобиль, и, ну... Вопросов, вы знаете, люди даже не верят. Вот иногда им говоришь, что это подарок. Они говорят, ты выиграл, лотерея, ты там победил. Я говорю, нет, это не выигрыш, это подарок. Как подарок? Это подарок за проделанную работу. Это не просто с неба свалили, это подарок за проделанную работу. И ты так сможешь, и надо это сделать. Но по большому счету не так много. А если вы еще говорите, что вы были в Каннах? Ну. А расскажите, как вообще происходило все это фееричное путешествие? Что там было? Знаете, Алена, я уже была во Франции. Слава Вселенной, мы в Коралловом клубе имеем возможность и сами путешествовать не только с компанией. Но я не ожидала, что отдых может быть таким VIP. Когда за тебя все продумано до мелочей и чувствуется в этом уважение к тебе, ну, меня даже не столько эти красоты вот покорили, сколько вот то, как был организован весь этот процесс. Вот, как будто бы меня вот носили постоянно на руках. То, что страна красивая, это все понятно, мест много красивых, но когда это делают для тебя, когда это такой подарок, многие могут поездить в путешествие, да? Многие могут даже получить путешествие в подарок. Вот, но немногие могут, чтобы этот, ну, немногим дано, чтобы это был подарок этот вот с такой душой, с таким вниманием и с такой заботой. Поэтому это мои самые сильные впечатления. Вот именно уровень, вот, с которым все было организовано. А какие ожидания вот после форума? Что хотите получить? Я очень хочу и делаю все для этого, чтобы у меня появились новые партнеры в команде, естественно. Мне очень хочется, чтобы люди жили такой же жизнью, как живу я и мои партнеры, которые уже не первый год со мной. Вот, я этого безумно хочу, потому что в прошлой жизни я предприниматель, я знаю, как это непросто заниматься собственным делом и насколько это просто в Коралловом клубе. Если захотеть. Наталья, поэтому тогда я предлагаю вам обратиться четко на камеру и сказать, что кто еще не с нами, кто еще не здесь, не в Коралловом клубе, очень много теряет. Пожалуйста. Я обращаюсь ко всем. Кто еще не с нами? Подумайте, разберитесь, примите решение. Мы сегодня единственная компания в мире, которая имеет такие бизнес-возможности. Найдите меня в соцсетях. Познакомьтесь со мной поближе и присоединяйтесь в мою команду, команду успешных лидеров компании «Коралловый клуб». Наталья, спасибо вам большое. С нами была Наталья Голоднова, серебряный мастер компании «Coral Club». Спасибо большое. Спасибо, Алена.